Всем привет, дорогие друзья! И сегодня на новичке мы с вами будем проходить акт. И сегодня я бы хотел пройти первый акт. В этом видеоролике мы с вами пройдем, конечно, это все, но в конце видео мы разыграем 500 монет. Также мы делаем еще один розыгрыш на 500 монет. Лайк, подписка, колокольчик, вы знаете все, что нужно делать. Телеграм, 8500, 5 мест, короче, по ссылочке в описании заходите. Значит, ладно, начинаем. Значит, я беру с собой немножко ресурсов, да, возьму копье, возьму такие вот ресурсики. Может быть, да, может это плохо, что я возьму с собой вот такие вот ресурсики. Как-то экономно. Я бы хотел, наверное, все-таки как-то экономно. Одно копье, я возьму, наверное, еще одно копье. То есть без проблем, я думаю, можно будет новичку пройти. Но иногда потребуется на следующих актах какое-то огнестрельное оружие. Вот, я с собой взял только полглока. Давайте попробуем с этими параметрами пробежаться. Вот, будем смотреть, как оно работает. Сейчас я умру, чтобы он это не квакал нам за еду, воду и так далее. Вот, и пойдем с вами будем проходить, потому что, ну, новичком тоже нужно проходить. Там награды, во-первых. Во-вторых, мы сможем забрать себе огнеметище. Ну, вы сами знаете, ребят. Сейчас мы будем просто на новичке с минимальными затратами ходить, что-то делать, где-то что-то выполнять. Ну, потому что по-другому ничего не будет. Кстати, я потерял свой тактический портфель. Меня убили, можете меня поздравить. Случайно лутал локацию через авто. Нажал авто, пошел там чай себе делать или что. Короче, прихожу, а меня убил выживший. Вот так вот. Зеленая локация, ребят. Так что смотрите внимательно. Все. Значит, нам нужно что? Радио. Радио. Нам говорят, покрути радио, да? Давайте посмотрим. Открыть. Вот тут открываем. Встреча с торговцем. У нас первая, конечно же, акт. Вот. Но для начала мы покрутим наше радио. Давайте радио закрутим. Вот так вот. Сос, мейден. Кстати, домик нужно доделать, да? Будем по чуть-чуть доделывать с вами домик. Нужно будет, конечно, еще ездить. Так, 25 и 10. Значит, давай посмотрим, сколько у меня дуба есть. 25 и 10. Есть у нас 4 улучшения. Это 100 блоков. 100 блоков нам нужно, как минимум. Вот, давай возьмем. 1, 2, 3, 4. 4 есть. Еще где-то было вот здесь, по идее. 5. Вот тут должно быть 5. Все есть, все отлично. Так, сразу закидываем сюда у нас наш супер-мега-космический известнячок. Вот, я не знаю, где тактически теперь найти мне. Я, скорее всего, думаю, что с сезона можно будет где-то намутить, если я не ошибаюсь. Мы можем, кстати, посмотреть, ребят. Давайте глянем, что у нас есть. Так, нет, спасибо, пацаны. Тактический портфель. На каком уровне сезона дается? Есть такое или вообще такого нет? Нет, скорее всего, что нету. Угу. Перестали давать, а раньше давали тактический портфель с сезона. Ну и ладно, будем без тактического портфеля, я не знаю. Ну, бывает такое, ребят. Так, ладно, тут понятное дело, что вот такие вот штучки. Нам нужно забрать еще награды будет сезон. Ну, давайте потом уже выполним немножко и потом уже заберем. Так, раз, 25, 20... Тут у нас 20, тут же еще пятерочку нужно добавить. Еще пять. А, подожди, мы все сделали, правильно? Да, 15 осталось лишних. Ну, по чуть-чуть, потихонечку будем камнем облаживать, а потом уже будем смотреть, ребят. Так, все, торговца мы вызвали, нам говорят... Получить сигнал о помощи, разобраться, что случилось, разберитесь, что случилось. Ну, поехали, посмотрим. Я буду без чопера пока бежать, а там уже будем смотреть. Торговец у нас будет, вот, типа, как бы новая локация с торговцем, да, нам нужно будет поубивать зомби. Это все будет происходить по минимальным, как бы, прохождениям, да, то есть по минимальным затратам. Я думаю, это без проблем сейчас нарисуется. Так, торговец. Торговец Джо у нас вот здесь появился. Я взял с собой. Давайте вот так вот сделаем. Вот, все, полетели. Торговец Джо, 5 часов утра. Заходим к торговцу и будем сейчас с ним разговаривать. Вот, ну, возможно, мы найдем что-то еще, да, какие-то награды. Ну, нужно получать. Ну, чтобы не пройти это, конечно, будет долго. Это не так, как на основе я прошел за 2 часа видос. Кто не видел, я все акты прошел на своем основном аккаунте. Вот, кто не видел, посмотрите, ребят. Это все есть у меня на канале. Так, тут зомбаки. Кстати, по сталсу бьются. Смотрите, по сталсу бьются. Ничего себе. Нормально мясницким ножом так лупит. Давай, вот. Давай, еще, давай, хорошо. А считает опыт за них? А, смотри, за них даже опыт не считает почему-то. О, тут уже считает. Ладно, отвлеки их. Ну, давай будем отвлекать. Первым делом, конечно, мы перебьем всех зомбарей, которые тут есть.
Вот, будем бить сильно, очень, наверное. Постараемся, конечно. Все, добиваем этих двоих. Тут у нас что? Тут тоже стоит какой-то зомборез. 80 хпшек, давайте мы его тоже. Чик-чик-чикс. Есть, следующий зомборез. Вот здесь 80 хпшек, давай мы его тоже. Чик-чик-чикс. Все, этих по 40 можно и копьем бить. Вот, 3 удара копья у нас получится. А не 4. 4 удара, блин, по одному хпшке остается. Это, конечно, плохо, но ладно. Так, тут мы пробили, хорошо, пробили, блин, конечно, тактически не вовремя я. О, можно себе движок забрать будет, да? Движочек себе на локайшн можно было бы забрать. Ну, я не знаю, ребят, я не знаю, на чопере нужно было ехать. Ну, скорее всего, что да. Ну, ладно, первым делом мы тут откроем и вот здесь откроем, посмотрим. Отличь зомби от сигнализейшн, да? Есть, одна есть. Вот, тут вторая. А, это мы вытянули движок, это не то мы сделали. Нам просто нужно открыть машину. Машины, кстати, из сектора 7, кто не помнит. В секторе 7 такие все тачки были. Вот, это все оттуда. Это мы забираем. И здесь у нас где-то еще что-то должно быть. Ну, давай посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ёшечки, пацаны, ребят. Торговец, давай немножко с минигенчиком. Вот так, брат, давай, я побегаю, а ты постреляй. О, молодец. А чё это я этих не забираю, зомбарей? Ой-ой-ой, та ты шо. Ты посмотри, что делает. Ты посмотри, что творит этот торговец. Давай, торгош. Чёртов фургон сломался, очень вовремя. Двигатель придется менять. Так меняй, у тебя же там есть движок. Пойди, забери, задолбал. Кстати, если я быстренько... Откуда он возьмет двигатель? А, отсюда. Я думал, он этот будет брать. Но нет, берет этот. Ладно. Так, хилимся по-быстрому. Вот, движок он берет. Все, тут мы как бы все прошли практически, да, только вот это заберем. Ну, понятное дело, будем завозить домой. Что тут лутать? Ну, через авто, скорее всего, можно тут подфармиться чуть-чуть немножко. Ну, ладно, не будем тут, наверное, известняки эти лутать. Эх, это будет очень долго. Давай, торговец, следующая цель — следить за торговцем. Мне нужно еще несколько деталей. Тащи все, что найдешь в округе. Давай, посмотрим. Только разбей это, торговец. Давай, разбивай. Разбивай. Откуда ты... Ни хрена себе, с кармана вытянул миниган. Для начала принеси мне запчасти. Хорошо. Только миниганом, пожалуйста, не стреляй. Ну, торговец, конечно, серьезный дядя. Так, раз, 29. Как раз 3 удара. Раз, 2, 3. До свидания. Все, тут берем, а не берем. Не лезет ничего. Ладно. Смотрим здесь. Что дает здесь? Конечно, копьюшечку, наверное, одну удалить нужно. Или что-то такое, что не нужно. А хотя здесь нужно много чего. Ладно, давай пока будем так долбить. Вот, чтобы много не тратить затрат. Вот и все, бьем копьем. Вот так вот, все, пошел вон. Забираем данную машиночку. И пойдем себе дальше. Так, изолента, водичку попьем. Так, ладно, изоленту заберу. Так, где-то еще тут зомборез, да, стоит. Вот тут добиваем его. Бэм. Отлично, супер, просто замечательно. Веревочки не лезут, к сожалению. Ну ладно. Ого, пацаны. Ого, 3 транзистора. По-моему, транзисторы там нужны. Вот, отдайте запчасти. Сейчас мы добьем этих зомбарей. Сколько за них дадут опыта, интересно. Сейчас мы посмотрим. Давай, зомбарь, отлетай уже. Опа, 215, хотя неплохо. Вот здесь, да, брать опыт X2 и качаться, ребят, это очень круто. То есть, без проблем, скажем так. Так, это... А как мы можем обменять? Вот так вот, скорее всего. Да, давай вот так вот сделаем. Копье, в принципе, 3 дерева и соберем. Да, так хотя бы место какое-то будет. Ай, зашел в тупик. Ну, тупица. Ладно. Вот сюда идем к торговцу. Где он тут сидит на движке. Нашел? Конечно, нашел. На, забирай. Так, что дальше? Миссия с торговцем завершена. Отправляйтесь в каменные холмы. Вот, что у нас есть? Это у нас, скажем так, акт 1, первая глава. Вот, первая задача. А, миссия 1 мы прошли. Следующая — это радиовышка. Вот, мы можем уже забрать как минимум какие-то награды, это хорошо. Вот, ну пойдем в каменные холмы. Пойдем посмотрим. Я, наверное, пока не буду ехать домой.
Мы сейчас чисто вот так вот посмотрим, что и как. Я буду, наверное, делать ролики по актам. Ну, чтобы было удобнее смотреть. Акт 1, акт 2, акт 3. Вот так вот будет. Потому что, еще раз повторюсь, кто хочет посмотреть, у меня на канале есть ролик. Прошел все акты, все главы вот эти вот. Акт 1 с 1 по 5 главу я прошел, ребят. Так что обязательно, кому интересно, сядьте, посмотрите. Вот. Очень весело, очень прикольно. Конечно, есть бомбежки, но ничего страшного. Так, давай пойдем. Каменные холмы. Каменные холмы — это у нас хорошая локейша, скажем так. Потому что здесь, в каменных холмах, будет что-то интересненькое. Поехали. Посмотрим. Не будем тратить ничего. Просто по минимум затрат. Очень минимально, очень все, чтобы было хорошо. Так, опа, тут у нас, конечно же, есть очень хороший босс. Босс Картос. Босс такой серьезненький, которого нужно будет убить, но я думаю, мы его убьем без проблем. Согрел-то как-то этого дятла. Ну ладно, дятел вудпекер, иди сюда, давай, бабам, хорошо. Хорошо, хорошенько, 80 хпшек, бибим, опа. Оп, есть, отлично, хорошо. Так, тут тоже 80 хп, его бьем не спеша, ребят, не спеша. Я думаю, без проблем, не спеша мы это сделаем. Так, что у нас? Нам нужно, а тут нужно эту? Или... тут нужно к этому подойти. Вот, осмотрите вход в вышку. Ну, давай посмотрим, вот этот вход, где у нас этот был, да? Включите электричество. Кстати, мы его можем бить через эту, через решетку? Ай, к сожалению, нет. А глоком, проверочка. Это проверочка. Не, не стреляет глоком. Че ты там быкуешь, слышь, бычок? Вот это бычок у нас. Ну, я вот эту, наверное, катану снесу одну, потому что она занимает место, ребят. Занимает место. Можно, конечно, слепого побить этой катаной. Ну, ладно. Так, кто тут у нас есть? Кто тут у нас есть? Один зомбарь, 120 хпшек. Ого, брат. Давайте как-то по чуть-чуть, потихонечку. Вот так вот. Раз, два. Есть. Ну, хотя можно оставить. Можно оставить эту катану, знаете, чисто на удар 110-105 урона нанести можно. Так, отключите электричество. Ага, есть. Мы отключили. Теперь, как нам убить этого зомбака? Ай. Стоп, а мы можем через эту штуку убить его? А ну-ка. Чтобы вы понимали, ребят, мы можем вот так вот долбить. Опа, опа. Это экономный способ долбить этих гребаных бегунов. Или же, мы можем также сделать с этим, слепым охотником. Но я не знаю, он выйдет сюда или нет. Но если выйдет, мы убьем его копьем. Ну реально, зачем тратить огнестрел? Так, первым делом я пропустил генератор. Генератор есть, да, здесь? Ого. Мне написали в комментарии на основе, что я пропустил генератор, он тут есть. Я просто взял из дому и привез. Вот. Так что, кто не знал, ребят, обязательно здесь не нужно вести сюда генератор, он тут есть. Обязательно. Вы просто придите и перенесите его, куда вам нужно. Так, пошел вон, отлично, есть плюс 40. Так, тут аккуратно, тут электричество гатит немного. Ну ладно, поехали с генератором, подключите генератор. Генераторок. Так, давай. Закидываем. Бибим. Все, запустили. Все работает, ребятки. Все работает. Так, здесь что? Включите радио. Включим радио. Так, тут нужно будет аккуратно. Ой, смотри, какой красавчик тут стоит. Опа, это я черешня. А вот это я не черешня. Такой будет здесь. Бэх, просто. На тебе. Так, ладно. Главное слепого, ребят, убить этого, потому что... Я бы убил его, конечно же, через дверь, например. Вот здесь, да, можно будет его убить, наверное. А, и один этот. Тут металлолом нужно разобрать. То есть 4 завала у нас есть, мы разбираем. Инвентарь полон. Не дает брать металлолом, к сожалению. Что мы можем выкинуть? Тряпки раз выкидываем. Я бы выкинул провода, но они где-то там нужны будут. Так, ладно, давай так попробуем. Не хотелось бы эту, да, взять. О, найденные ресурсы. А что мы нашли? Дополнительно пока ничего. Ладно, давай посмотрим. Найденные ресурсы. Вот здесь, мне кажется, должен слиток какой-то лежать.
слиток будет. Да, один слиток тут сразу дают. Хорошо то, что здесь, да, дают вот эту всю тему. Так, радио включили, подойдите вот сюда. Тут нужно активировать терминал. Терминал активируется, наверное, да? Активируется или нет? Стоя, без движений. Активируем терминал. Есть, да, пошел у нас этот дятел. А ну-ка, давай попробуем через стеночку. Получится у нас или нет? О, смотри. Так мы можем его вообще копьем долбить. Вот так вот, смотри. Вот это я понимаю. Опа, опа. Ну он быстро бьет, конечно. Ага. Че, дятел, офигел? Во, вот это я понимаю прохождение. Скажите, ребят, это имба. Вот, просто бьет через решетку. А подожди, вот так вот бьет? Так бьет. По 6. Ого, дамаг. Ничего себе. Ну, двери спасают. Двери спасают, конечно же. Если вы никуда не спешите, советую брать копье. И все. Вам не нужно никак здесь ничего делать. Вот, это очень хорошо, очень весело. Да пошел вон. Видите, он даже не успевает меня ударить. И что, ты думаешь, что ты меня убьешь, дятел? Ну, как-то раз зацепил, два зацепил. А ну, опа, опа. Да не, легко. Я так и думал, что это просто на изи. Это просто изи. Ой, 88 урона нанес-то. Нанес, нанес, братишка. Хотя, в принципе, и без дверей тут можно его сносить. Сами видите, да, как он легко сносится. А, все, все, мы его снесли. Хочу его на свет вывести, посмотреть, какой он там на свете. На свете дня. Приди ко мне, моя сосиска. Так, стой, вот здесь. Ого, брат, ого, смотри какой. Больно как, больно. Ну, бьет серьезно. На, получает. Плюс соточка. Хорошо, дали нам нормально. Так, ну, здесь больше ничего нет. По боссам особенно каких-то там супер крутых нету. Все, здесь у нас миссия завершена. Найти груз. Все, теперь у нас пошло следующее задание. Да, давайте мы его сразу посмотрим. Это был акт 1, глава 1, миссия 3. Вот как оно называется. Ну все, погнали тогда груз искать. Вот тут уже, скорее всего, мы зайдем домой. Потому что, во-первых, не влезть в портфель. На грузе мы найдем по-любому какие-то ресурсы, это раз. Давайте сейчас быстренько я скину все домой. Вот, а там мы уже этот грузик как-то что-то где-то поищем. Вот, грузик вот здесь находится, я понял. По дорожке как раз мы вот так вот залетим сюда. И потом пойдем себе дальше. Видите сами, я набрал с собой кучу всего. Я думаю, этого брать не нужно. Что вам нужно брать? Одну мачету-катану, один разрушитель-кувалду, пару бревен для того, чтобы сделать копье. И, или же мясницкий нож, дубинка, весло, неважно, что у вас есть, то и берите. Без проблем можно убить этого слепого охотника. То есть через дверь встал, пробил и ушел. Даже не паришься себе и не переживаешь ни за что. Вот, сейчас мы скинем, я возьму дополнительный хил. Катану возьму, вот это возьму и разрушитель. Все, больше я брать с собой ничего не буду. Хотя там нужно будет какие-то детали, но это не здесь, по-моему. Это, по-моему, не здесь. Ладно, давай мы, короче, переставим немножко этих рогушек, потому что уже наделал себе, как вы видите, немного есть. Ну вот, хилочка лишняя не будет, где-то как-то мы, нам пригодится. Так, сюда и сюда давай, вот так вот. Два стака не буду брать. Не, подожди, возьму два стака. Вот, возьму два стака на всякий пожар. Я уже не помню, что там будет и как. Вот, есть, да, мы тут сделали, сделали то, что нам нужно. Все, отлично. А что у нас по дубе? 6 дуба нужно вкинуть. 6 дуба. Да давай, ты гребаный джойстик неправильно работаешь. Так, 6 дуба сейчас закинем и пойдем себе дальше. Дуб пускай делается чисто. О, мы можем еще одну стену сделать. Или сколько там у нас? Стену можем... А, и одной не хватает. Ну ладно, пока придем, потом уже сделаем. Все будет хватать. Все, выходим дальше на глобальную карту. Скинули себе без печали, без проблем. Вот, и погнали себе дальше. Это просто самый легкий способ, да, получить какие-то бонусные ресурсы. У нас чисто будут на новичке акты, которые мы будем выполнять постепенно. Я не буду уже лупить в одно видео это все, потому что это так долго. Ну вот, вам нужно будет акт 1 пройти, пройдем. Вам нужно будет акт 2, пройдем. То есть вы взяли себе видос, посмотрели, забрали и так далее. Вот, так что я думаю, вот это все хорошо.
Что дальше? Найти гуманитарный груз. Ну, давай сейчас найдем. Гуманитарочка наша, да? Так, поехали. Конечно, да. Последний пятый, глава пятая. Это, конечно, задание серьезное с этим бункером Альфа. Долго ждать. Нужно открыть 15 ящиков за талоны. И это получится у нас... Ну, там несколько дней, то есть неделя даже какая-то может быть и получится. Но здесь у нас гуманитарочка пошла зеленая. Ой, а как он мужика убил? Ты чё, зеленая шляпа, охренела? Блин, раз блеванул и мужичка убил, но ничего. Ну, контейнеры, конечно, серьезные. Как видите, контейнеры такие непростые, да? Мне очень понравилась тема с контейнерами, то есть... Разработчики как-то, ну, молодцы насчет изменения. Я думал, дроп просто будет идентичный до нашего дропа, то есть одинаковый. Но нет, они сделали вот такую вот штучку красивую, да? Вот, скажем так. Так, давай я отойду, что они там летят все? Ну-ка идите сюда, подонки. Подонки, подоночные. Так, пошел один. Этого можно вообще копьем побить. Вот, копьюшечка есть. Копьюшечкой можно долбить абсолютно всех. Не переживать ни за что. Ну, плюнул, ну бывает. Вот, это забрали и пошли дальше. Там волк у нас, да, стоит. Плюс семена какие-то можно собрать. Хорошая локация, так что обязательно ее забирайте по фулу. Я советую, конечно же, забрать ее по фулу. Не знаю, как это у нас получится, но... Вы сами видите, что пока что мы можем это сделать. Мы будем делать. Так, пошел вон. Гребаный рыгун. Так, забрали. Тут у нас тоже зомбак стоит. Советую сразу, наверное, перебить всех зомби. Ну вот, потому что они будут мешать вам со временем. То есть вы будете лутать, зарабатывать вот это все. Они будут мешать. Мы просто сейчас перебьем этих демонов зла. И будет все хорошо. Так, бабам, 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 бабам. Есть, забрали. Вот, тут тоже вот стоит. Тут несколько зомби, тут немного зомби. Я думаю, любой новичок может справиться с этим заданием. Абсолютно любой новичок, абсолютно. Даже если ты только скачал игру, ты можешь справиться с этим на изи. Так, оленей. Ну, заберем тоже мясо, да, лишним не будет. Не знаю, что там будет по дропу. Конечно, рандом, может выпасть все подряд, но посмотрим. Так, это забираем, давай. Забираем и идем дальше. 80 хп, нет, 40 здесь, да, дятел стоит. До свидули. Все, тут у нас всех зомби перебито. Возможно, могут прийти боты. Вот это, конечно, серьезный дроп. Такой он интересненький, разбитый дропчик. Вот это я понимаю. Дропище-то какое. Так, офигеть. Лут просто жесть, конечно. Хотелось бы получше, ну, что ж ты сделаешь. Не дадут тебе получше. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, теперь нам нужно залутать эти ящики. Ящики, которые, типа, делают какой-то осмотр здесь надо. Вот это что лежит с ящика? Какие-то чипы или что это там такое лежит? Вот, пока место есть. Сейчас мы будем быстренько. Я, конечно, бегал первым делом очень много, очень долго. Не знал, где что залутать, но потом я разобрался. Так, вот здесь ящик. Там 5 ящиков нужно залутать. Вот, 5 ящичков. Дун-дун-дун. Катану это ношу с собой, блин, только место занимает. Все, вот тут у нас есть костер, нужно его зажечь, и все хорошо будет. 5 заданий выполнили, миссия завершена. Поиск гуманитарного груза завершен. Вот и все, вот и вся глава наша. Ну, давай посмотрим хотя бы по луту, что же нам дадут. Вот, тут уже я буду убирать, удалять то, что нам необходимо. Хотя, смотрите, ребят, даже одного стака... Я говорил, бутылочки возьму и не взял. Вот черешня. Вот, а у нас нету воды на почте. Вода, водичка, где же ты, сестричка? Нету воды. Интересно, он исчезнет, если я выйду? Ну, скорее всего, что да. Но тут, видите, можно немножко слить. Конечно же, было бы неплохо. Все, тут больше ничего интересного нет. Вот, можно, конечно, да, освободить, что-то снять, что-то положить, вот, посмотреть доски, ну, давай доски уберем, пускай он, например, семена заберет, да, семена можно забрать, вот, это у нас получилось что? Задание 3, первой главы первого акта, вот это оно, вот, мы смотрим, это у нас уже вторая глава, но мы прошли только первую.
Вот. Первая глава дает какие нам ресурсы. Мясницкий нож, хил, хорошо. Следующая броня, ну так себе. Вот. А следующая у нас дает тоже броня и арбалетик. Ну тут уже как ни крути, как ни крути. Тут еще и за премиум можно получить, да, офигенные вещи. Ну это такое, это на основе будем делать. Так, ладно, я тогда заберу, ребят, заберу это все. Вот, все, мы с вами прошли первую главу. Первую главу, первого акта, заработали кучу разных ресурсов. Надеюсь, что все понятно. И не нужно брать с собой кучу реса. Возьмите стак морковного рагу, возьмите пару копьев, один мясницкий нож и все. Больше ничего не берите. Я набрал, конечно же, много, но теперь, да... Мы с вами, конечно, ну давай, пускай ягоды еще соберет. Вот, теперь мы с вами знаем, что ничего много не нужно сюда брать. Это экономная зачистка акта первого, первой главы. Вот, в следующем видео, ну, хотите, будем продолжать, будем главы проходить. Вот, посмотрим. Я хотел, конечно, на основе потестить наш огнемет. Ну, будет видно. Короче, или огнемет что-то придумаем, или что-то еще. Будет видно. Значит... Вот такой был видос. Отправляемся на розыгрыш, конечно же, победителя какого-то на 500 монет. Вам желаю удачи. Поехали. Давайте мы сегодня выберем первый, второй видеоролик. Копируем с него ссылочку. Вставляем его вот сюда и загружаем данные. И сейчас мы посмотрим, кто из вас написал комментарий. Прикольно. Гра, цікаво. Ты знаходишь на це все час. Ох, Ярослав, что тебе сказать? Ну, сижу за компьютером... дуже довго, але нахож. Значить, ми тебе вітаємо, ти виграв 500 монет, напиши мені приватне повідомлення, буде в описі ссылочки. Короче, пишеш, получаєш свої подарунки. Значить, ребят, вам спасибо за просмотр, желаю удачі в следующих відеороликах, всім удачки і всім пока.